Сотрудники теплоэнергетики выходят на первый субботник в сезоне. Убирают листву и мусор. В руках перчатки, мешки, грабли и метлы. Фронт работы от Московской до Минской. Плюс прилегающие территории предприятия. Все, что тут осталось, было под снежным покровом, мы должны это убрать и привести в порядок. Цель нашего предприятия при проведении этого субботника, чтобы у нас был город чистый, светлый и достойный. Жители и гостей. Марафет наводят и на территории Бобруйской крепости вблизи женского монастыря. На благо города трудятся сотрудники водоканала и депо. Свыше 150 человек. Мужчины срезают сухие деревья и кустарники. Женщины собирают ветки и мусор. Мы должны наш город сделать чище. Сами должны сделать. Нам никто ничем не обязан. И будет приятно тут гулять с детьми и всем горожанам. К генеральной уборке подключаются также сотрудники Первомайской администрации. Лоск наводят в лесопарковой зоне на пересечении Гагарина и Лынькова. Свой выходной на свежем воздухе проводят целыми семьями. В стороне не остаются и депутаты. Когда вносишь частичку труда в общее дело, вот как сегодня на субботнике нашего Первомайского района, всегда чувствуешь удовлетворение от сделанного процесса и работы. Поэтому сегодня настроение очень хорошее, отличное. Масштабные субботники сейчас проходят во всех городах Беларуси. Какой будет малая родина? Здесь все зависит от вклада каждого. Как к движению могут присоединиться все желающие. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.